Библия говорит, что Бог хочет уподобить нас Христу. Христос был Богом, и Он мог в любую секунду из любой ситуации выйти, ну, что называется, как сухим из воды. Но тем не менее, в каких-то местах Его чуть не побили камнями или чуть не сбросили со скалы, в других местах Его восхваляли, в третьих местах Его слушали, в четвертых объявляли еретиком или там вообще поклонником Вельзевула, да? Но при всем при этом Он никогда не отождествлял себя с тем, что Ему говорят. И я хотел вас ободрить. Вы дети Божьи, вы уподоблены Сыну Божьему Иисусу Христу во всех делах, которые вы будете делать. Что бы ни происходило в вашей жизни, что бы вам ни говорили, как бы вас ни поносили, как бы вас ни унижали, помните, что вы водимы Духом Святым, и вы суть Дитя Божие. Господь просто будет вас вести в любой ситуации. Помните просто, кто ваш Отец, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы просто. Вот и все.